приветствуем всех на нашем канале. Сегодня мы приехали на дачу после зимы, чтобы привести в порядок наш участок, давно не посещали. Садоводческий массив Келколова, Мгинское садоводство, приехали на выходные в конце мая. Работать собрался. Я валю брат. Да. Здесь американец. Американец. Здесь американец. Один американец. Да. Американец работает. Растение бадан. Бадан – толстолистный или монгольский чай. Многолетнее неприхотливое растение и довольно красивое. Это лекарственное растение. В медицине используют экстракты из корневища и листьев. Используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и в гинекологии. Чай из бадана обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами, снижает артериальное давление, помогает в борьбе со стрессами и ОРЗ, тонизирует организм. Это лук-лизун. Многолетнее растение. Обладает мощной корневой системой и плоскими листьями. Не имеет выраженной горечи и остроты. Его вкус более деликатный по сравнению с большинством луковых культур. Слабоострый, с чесночным привкусом и ароматом. А вот там вот у меня еще один сорт лука. Сейчас я там буду обрабатывать. Шнит лук, содержит много витаминов, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ. Пройдемся по садоводству, посмотрим, как обустроены другие участки. Ежи, ежи, ежи. В этом году их очень много. На каждом участке. Пьет молоко. Ну, кто не знает, хоть и колючего, но такого милого симпатягу ежа. Героя сотен сказок и мультфильмов. Их можно повстречать только на двух континентах. В Евразии и северной части Африки. А вот мой муж, кубинец, увидел этого зверька впервые. Ежи активны в сумерки и в ночное время, отправляясь на поиски пропитания.
Вот на даче полиция останавливает все машины и смотрит документы. Сегодня у нас суббота. Может быть, пьяных отлавливают. Денежку хотят наша полиция. Конец мая. Последние числа. Сегодня вечерком мы решили прогуляться по садоводству. Народ гуляет. Погода сегодня, наверное, градусов 9 сейчас. Дожди сегодня были. Ну вот цветут у нас яблони, сливы уже. Много тюльпанов у людей. Тюльпаны уже отцветают. Ну вот, садоводство наше. Многие дома сайдингом отделаны, очень красивые, да, вот, современные, да. Да. Грядки сейчас никто не делает, все засевают травой. И правильно, чего их делать, когда у нас все в магазинах есть. Парники, теплицы хорошие у многих. Современные такие дорогие купленные теплицы под заказ. Даже два ежика. Маленькие. Расфыркался. Все, спрятались. Дровяник. Триммер электрических хантов. Надежный инструмент для скашивания травы на небольших газонах, вокруг клумб и деревьев. Достаточно мощный, штанга изогнутая и разборная, не очень тяжелый. Защитный кожух внизу оберегает от мелких камней и мелкого мусора. Хочу сказать, что мой муж увидел такой триммер впервые и решил попробовать. И надо сказать, что у него неплохо получается. Сражается с костром. Косили все триммером.